И с нетерпением ждем начала мужского рапирного первенства. Кирилл Бородачев против Александра Шупенича. Дорогие друзья, вот и завершились полуфинальные поединки сегодняшнего вечера. Впереди вас ждет две захватывающих встречи. Финал мужчин в рапире и финал женщин в сабле. Дорогие друзья, и мы приступаем к финальному поединку. Сейчас на помосте появятся два наших финалиста. Встречайте! Дорогие друзья, первый финалист Александр Шупенич, Чехия. Второе место Гран-при в Шанхае. Второй финалист Кирилл Бородачев, победитель чемпионата мира среди кадетов Болгарии 2017 года, Россия. Кирилл Бородачев, Russia, the winner of the World Championships in Bulgaria 2017. Ну вот и спортсмены на дорожке, их имена и титулы объявили. Теперь дело за ними. Шупенич идет в атаку. Защита ответ недействительный. Бородачев не достает ответной стороны. Шупенич не следует. Держит на прямой руке Кирилла. И это срабатывает. 1-0 ведет. Спортсмен из Чехии. Ну, сейчас габариты, конечно, сказываются. Я думаю, что это и по картинке хорошо видно, насколько длинные руки у Шупенича, и насколько сам он высок относительно Кирилла Бородачева. И вот так закидывает он в атаке сейчас, несмотря на все эти габариты. Шупеничу, но тот, видимо, расслабился немного, поведя в два укола. Выходит в атаку сейчас. Шупенич не точно. И защита ответ со стороны Бородачева не следует. Повторное действие Шупенича. Белый фонарь горит. Укол не засчитывается. Шупенич не достает. Кирилл Бородачев в ответном действии влетает в защиту. Четыре один. Ведет Шупенич. И пятый наносит. Да, действительно, тяжело сейчас юному спортсмену из России.
6-1. Читает сейчас. Шупенич пользуется каждым моментом. Шупенич входит в дистанцию резко. 7-1. Не успел среагировать на это Бородачев. И восьмой тоже. Ну, разошелся. Чех сейчас. Сказывается, конечно, опыт спортсмена. Кирилл Бородачев пока ничего не может противопоставить. На взрослых соревнованиях Шупенич довольно часто встречается с другим российским спортсменом, олимпийским чемпионом Тимуром Сафиным, и уступает ему каждый раз. Три встречи у них было, и три раза проиграл Шупенич. В ответный сейчас чех, но не спешит. Бородачев перехватывает инициативу. Не достает в атаке ответный Шупенич. Тоже все в воздух. В атаке Бородачев. Долго выхаживал этот укол. Все-таки наносит. Защита, ответ. Кирилл Бородачев поменял рапиру. И два укола нанес. Кирилл 2000 года рождения. 23 марта, не день рождения. И ему еще даже нет 18 лет. Ну, а его оппонент гораздо старше его. 94 года. Шесть лет разницы и шесть уколов разделяют спортсменов. 10-3. Немного забавная ситуация, да. Накололся сейчас Кирилл сам на рапиру соперника. Не достает в атаке. Шупенич, защита, ответ. 11-3. Шупенич упирается. И снова защита, ответ. 12-3. Последняя фраза тоже остается за спортсменом из Чехии. 3-13. Пока Кирилл Бородачев ничего не может противопоставить. Шупенич зажимает Бородачева, получает недействительные атаки.
Но тем не менее, даже несмотря вот как бы этот поединок не закончился, пока он ближе к тому, чтобы завершиться победой Шутпетича, это несомненный успех все равно для Кирилла Бородачева. Занять второе место на практически уже взрослом турнире в 17 лет, победив очень многих, не то что даже старших, а, что более важно, опытных и мастеровитых, наверное, даже соперников. Самый первый. Самый первый поединок, который провел на 15 уколов и на вылет, соответственно, здесь Кирилл Бородачев, был против Дмитрия Чучукова. И там 15-11 победил Кирилл Бородачев, мастера спорта из Украины. Но дальше всех своих соперников более чем уверенно Кирилл побеждал. Они не выходили даже из десятка. Ну, не считая, конечно, уже полуфинального поединка. Но вот здесь в роли даже не то чтобы догоняющего все время находится Кирилл Бородачев, а в роли пропускающего постоянно уколы. Продолжается поединок, вторая трехминутка. Бородачев в ответной берет защиту. Кола нет. Выпрыгивал с рукой на себя Бородачев. Шупенич спокойно встретил 14-м уколом. Шупенич в итоге все-таки наносит укол. Бородачев просит проверить рапиру. Все работает. А это значит, что чемпионом Европы 2017 года до 23 лет становится...